скажут, что тебе с жопу скипидаром намазали, ну не так же штанга. Внимание, обгон колонны Шкода 1248. Серого цвета? Да, серого цвета. Она походу сейчас будет мешать конвою. Скорая помощь выдвинулась, я понял тебя. Полотенчик опять передвижение перекрыл. Эти красавцы сделал, наивно полагают, что на третьем сервере админа не работает. Подожди, маленький. Саныч, подожди. О, Руслан. Руслан? Ой, я ничего не знаю. Транспер, меня не теряйте, я поехал в город на СТО. Угу. А вдруг потеряют? Ты... Чё ты хочешь? Тут-то чё за петли? Стоянка как раз после развязки, да? Да-да-да, там я как раз. Чувак стоит после развязки, короче, даже не на обочине, а просто стоит на полосе, еще сигналит. Че, определяйтесь местами как-то? Сейчас занимаем место за вас на купленным билетом. РТА, остановимся вот сюда, вот дальше. Сейчас я уеду, нормально. Так быстро проехал в гараж, дверь не успелась открыться. Да ё-мо, ты чё? Давай, лоп-мопом, включаешься. Джет, у тебя что, инфляция? Саша, на Якра заезжаешь прямо по прямой напротив входа мы стоим. Чем я так подумал-то? А ну кыш, что блядь, там? А, сорян, я думал, что инфляция тебя задела. Ребят, давайте скоординируемся, что ли. Так, мне главное не потерять, за кем я ехал. Сейчас станет. Драник, что координировать? У Курейса есть компания Триет. Мы там стоим, или... Компания Якорис. Да, за городом. Ферма, короче. Где? Реймс. Город Реймс, за городом, на узкой, есть компания Якорис. Реймс. За городом. Ага, понятно, я выше вас, получается. Я больше проехал на Лин.